Метрополиса вот до Харькова до озера Шарлова. Водитель. Смотрите, у нас темное время суток определяется согласно правилам движения от заката до восхода. Вот. Поэтому я предупреждаю вас просто, чтобы вы включили свет, чтобы не было такого, что уже когда потемнеет, вы забудете об этом. Что я... Не, я серьезно, я здесь остановлюсь, сейчас водителя реально прошу включить свет. Без шуток, то есть я никого не штрафую, потому что я понимаю, не, что... Не, понимаете, инспектор, мне да. Все равно, штрафуете вы или нет. Да. Меня просто интересует причина, во-первых, остановки. Чтобы водитель включил свет, так как у нас темное время суток. То бишь я нарушил 19 пункт. 19.1, правильно я нарушил? Правильно? Да, я все правильно. Я говорю, что я не нарушил, сейчас еще светло. Хорошо, но у нас как правило движение здесь в темное время суток. В темное время суток. В темное. Не, вопросов нет. Темное время суток. Там в первом же разделе написано темное время суток, как определяется у нас. Даже это прям помню, когда один раз спорил с одним из инспекторов и мне доказывал, что надо иначе быть темно именно было. Я говорю, нет, от заката до вас. Я ж не вопрос. Нет. А, я, может, у себя сейчас телефон не правил. Может, у меня это фальшивое это правило дорожного движения. Сейчас я рельса стоянка, я сейчас это колонна краевые причастия. Дневные дорожные обстановки, главная дорога, дом. Вынужденная остановка, габаритный водитель, велосипед, автокос, дорога. Хожу, к сожалению. Это не время. А вот темное время суток. Часть суток от захода до восхода. Понимание данного термина позволяет участнику дорожного движения однозначно трактовать время, с которого наступает темное или светлое время суток. Ну это надо. А как мне определить? Темно сейчас? В данной ситуации, честно, я вообще нет, я то же самое задаюсь себе вопросом, как человеку или водителю определить от заката до восхода. То есть ему открывать какие-то сайты, где будет вообще писать время. А где информация, что этот сайт точно? Ну вот, в том-то и дело. Вы хотите сказать, что открывая Android, там телефон, да? Ага. У меня сейчас вот тут что-то показывает. Температуру, ну, да. Погоду там. Ощущается как минус 8, восход, закат 17.31. В чем вопрос? Здесь так написано. Закат, восход в 6.01. Закат начинает, он же только начинается. Ну да. То есть если 17... Так это часть суток. Это часть. Я тут просто невнимательно прочитал. Это часть суток от захода до восхода. Так это у нас половина всего лишь. У нас еще до темного времени суток, это еще, ну, насколько я понимаю, как будет темно, как у меня в телефоне.
Вот это темное время суток, ну я так понимаю. Ну, давайте так, вы выпишите постановление, я его пойду оплачу. Я же сразу вам сказал, я ж не... А вы знаете, что за это не предусмотрено... Я знаю, за это не выписывается. Да, есть у нас... Вы, выписывается, по, ну, поэтому... Вот. Ну, смотрите. Ну, смотрите, давайте вы выпишите постановление, мы рассмотрим дело, все будет четенько, красивенько. Если бы я был бы карный орган, и мне было бы от этих постановок... Вы контролирующий орган. Вы контролирующий орган. Да. Поэтому давайте начнем рассмотрение денег. Ну вы же меня уже остановили. Мое время уже стоит денег. Я понимаю. Но я же остановив могу там, к примеру, водителя предупредить о том, что там, к примеру, будет вот сейчас темное время суток, чтобы он в дальнейшем не нарушил правила дорожного движения. Правильно, предупредить. Смотрите. За эту санкцию не предусмотрена санкция о том, что устное предупреждение. Понятное дело. У нас... За это есть у нас 121 часть 2, по-моему. Среди памяти. 122 часть 2. Ой, 120, ну я могу. 425 гривен штрафа, я ж не спорю. Ну а что делать? Надо будет платить, надо бюджет пополнять, надо вам зарплату. Поэтому, нет. Что, давайте начинать розыск справы. Смотри. Ну не могу я вас отпустить, понимаете? Не могу. Так я ж... я услышал вас, а я вам еще раз, смотрите, объясняю просто. Момент. Так вы, посмотрите, так вы, получается, остановили меня беспричинно. Потому что еще не темное время суток. Это всего лишь часть суток считается темное время. Да, светлая часть суток и темная часть суток. Или как? Вот я не могу понять трактовки вот сейчас тут, вот это вот ваше. Смотрите, вы видите все сейчас? Видите, я вижу светло. Все сейчас. Сейчас, как по вашему мнению, сейчас светло или темно? Сейчас? Ну давайте, приближается к темноте. То есть через полчаса здесь уже будет достаточно темно. Через полтора часа. Ну пускай через полтора часа, я с вами соглашусь. Ну, просто на данный момент сейчас вы меня остановили беспричинно предупредить меня. Это правильно. Это правильно, но, к сожалению, некоторые инспектора этого не делают. Поэтому я потратил свое время. Спросят, где ты был? Я говорю, меня полиция остановила. Плохой, как ты подтвердишь? Я говорю, вот все постановление и все. Как бы иду сейчас оплачу. Вы же фиксируетесь на камеру, правильно? Ну и что, что я фиксирую? Ну. Может это снято было там месяц назад. О чем здесь? Поэтому момент, давай. Я давай. Готов буду подтвердить не, свои действия. Да, нет, так не пока. Давайте. Нет. Я вы просто выпишите мне постановление. За что? За то, что вы еще не нарушили ничего? Ну вы же меня остановили. Я ж вас объяснил вам, почему я остановил. Вы проводите превентивные заходы, а именно, чтобы не происходило правонарушение, да. А именно по пункту правил дорожного движения 19.1. Да. Темное время суток автомобиль повинен рухаться с ближним светлом фар. Да. Правильно? Если бы вы нарушили, я подошел бы прямым текстом бы сказал бы, что водитель, вы двигались без света, в темное может время быть, суток, может у нас быть. За это есть ответственность, поэтому мы сейчас подготовим к рассмотрению дела, подготовьте документы, будем рассматривать дело. Я под какие документы там у нас? Я бы, ну, а так как, ну, я просто объясняю сразу. Ну, как бы, ну, мне нужно постановление. Давайте, выпишите мне, пожалуйста. За то, что ничего не нарушили постановление? Нет, смотрите, вы на камеру сказали, что я двигался без ближнего света фар в темное время суток. Темное время. О том, что... От восхода до заката. Да. Вернее, от заката мы до восхода. Мы сейчас определили с вами, что у нас заход во сколько? 17.31. Да. То есть, вот, и я вам сразу сказал о том, что я предупреждаю водителя о том, что... Сейчас будет наступать темное время суток, когда будет реально уже темно. Многие уже водители сразу у них или в автоматическом режиме в машинах уже включается непосредственно ближний свет фар, или водители сами включают. Вот. Ваш автомобиль из всех, он выделялся тем, что он фары не горят. Я вас остановил, чтобы вы в дальнейшем не нарушили данный пункт правил дорожного движения. Поймите меня правильно, родненькие, вы меня отпустить не можете без постановления, потому что это есть чисто нарушение. Вы выписали постановление, я его пошел оплатил и все. Я не могу провести профилактическую беседу. Но эта санкция у нас не предусматривает профилактическую беседу.
Поэтому выпишите, пожалуйста. Подождите, смотрите, у нас, если профилактическая беседа, она вообще ж никак не выписывается. Это ж если Но вы можете превентивные заходы проводить. Попередження, если я там попередження, да? Это 125. Да, это я должен обязан выписать, вот. А если я профилактическую беседу провел? Вы выпишите мне, пожалуйста. По поводу того, что непосредственно в темное время суток надо включать свет, ближний свет. Могу сейчас так сделать, правильно? Согласно действующему закону. Причина остановки, то, что я еду без света. Профилактическую беседу провести. Смотрите, то, что я еду без света. Я по факту мог бы не останавливаться, как бы попер бы дальше. Второе. Насколько я знаю, это еще не темное время суток. Даже если у меня будет там показано в 17:30. Еще светло, все видно, все читабельно, везде все видно. Поэтому нельзя трактовать, потому что у меня есть подозрение, что этот телефон врет. Вот когда вы сделаете официальный запрос во время рассмотрения дела в метеослужбу. Да, сделаю запрос, они мне официально это все пришлют. Тогда я смогу с этой бумагой вот сказать. Вот вы не правы, а я прав, да? Вот сейчас темное время суток. Совершенно верно, батенька. Ну, так написаны законы. Нет, это не законы, это просто правила дорожного движения под законный акт. Да. В законе о дорожном движении, а именно в самом законе о дорожном движении, там такого не написано. Про темное время суток. Под законный акт, а в законе не написано. Как это так сделать? Ну, я не знаю. Ну вот, я шучу. Поэтому... Давайте, вы же уже меняетесь. Напоследок, выписали мне постановление. Я завтра поехал, его оплатил. Вы красавчик. А я молодец, что оплачу это. Я все равно понять не могу, за что мне выписывать постановление. За нет, за того, что нет. Но вы же остановили меня за то, что у меня свет не включен. Чтобы мне сказать, чтобы я включил свет. Тоже непонятно как. Не, я понимаю, вы правильно делаете. Но я нарушил. Просто если я бы на сказал, мое. Что вы нарушили. Ну, мы 19. Это темное время суток относится к 19 пункту, правильно? Опять же, я же к вам подошел, говорю, водитель, смотрите. У нас темное время суток определяется от захода до, от заката до восхода, правильно? В темное время суток надо будет включать свет. Поэтому включите свет фар, да, чтобы. Пока вы будете двигаться непосредственно по городу, вы уже не нарушали, потому что мы уже с вами определились, у нас 31. Вот, у нас заход, да? Но это непонятно, возможно, врет телефон и так далее. Вот. Но опять же, я же не говорил о том, что вы нарушили пункт правил 19.1. Может, я же говорю. Но мне надо же как бы все равно постановление облачное. Тут не пишется у меня. Я понимаю, вы замерзли, у меня просто в машине тепло. Вы меня остановили, поэтому как бы потерпите немножко. Вы как бы сейчас доведете дело до конца, а именно привлечете меня к ответственности. Пусть это будет устное, но вы все-таки привлечете. Поэтому я считаю, нужно взять постановление, выписать его и все. За то, что нету правонарушения, так я тогда нарушаю, извините, это превышение тогда суда. Нет, ну если докажут, что вы превышали, тогда да, а так, ну как. Ну это одно и то же, что сейчас я любую машину остановлю и скажу, что он там на красный где-то проехал. Ну вот это ближе уже. Ну обычно как вы все делаете, вы ж где-то видели, ну, где-то услышали. Честно сказать, я не могу... Может быть, вы уже слышали эти все фразы, да, я не отвечаю за всех остальных и так далее. Я в полицию пришел не для того, чтобы здесь косить эти постановления. Тогда вам удачи. Вот, оно мне нафиг. Ну, серьезно, мне от этого ни холодно, ни жарко, от того, что постанов больше, постанов меньше. Значит, так и назовем ролик. Самый правильный полицейский. Хорошо. Все, удачи. Как считаете? Удачи вас. Вам тоже. Все уже поменялись? Понял. Ну, уже все, никого нету, вы один? Нет, почему? Один вы никогда ж нельзя оставлять, но еще напарник сидит. Ну, а так уже все на базу поехали, да? Ну да, вот осталось. Жду пересменку. Все, удачи вам. Все, вам также. До свидания.
Ребят, ну, как-то так, я не знаю, почему так происходит. В принципе, вы сами все видели. Я общался максимально культурно, потому что человек в виде полицейского подошел тоже культурно. Это не просто так. Вот вы бы меня сейчас бы сами рассудили и сказали бы, слышишь, к тебе подошел полицейский нормально, все там четенько, красиво, а ты взял, его обмантерил. Да это ниже моего достоинства, поймите правильно. Я так себя веду только при одном условии. Вы все, кто смотрит за моей деятельностью, понимаете, я стартовать никогда не стартую первый. Я всегда подходил, здравствуйте, здравствуйте, лята, поля и все такое прочее. Меня кукушка отрывает тогда, когда не показывают свои службовые посвящения. Поэтому это пример того, что я максимально себя могу контролировать. Я не кайфую от того, что я матерю полицейского, там, унижаю. Я это делаю с радостью только в одном случае. Когда это я запикаю тварь в виде там чепеля, ведет себя как последняя, опять же запикаю, мразина. Вот таких вот полицейских я не то что готов материть. Я готов показывать всю правду о данном полицейский, который, одевая форму, защищая как бы народ, но на самом деле он делает все наоборот, как я в рифму сказал. Поэтому, друзья, вот такой маленький, опять же, ролик. У меня что-то в последнее время очень много роликов коротких. Почему-то долго со мной не хотят общаться, потому что я все свои дела довожу до суда. И огромное спасибо, огромнейшее нашим адвокатам, которые у нас есть в команде и нас поддерживают. И особенно огромное спасибо Алексею Михайловичу и Юрию Кубаю, которые постоянно находятся рядом со мной и с моими коллегами. Поэтому, друзья, кому нужны юридические услуги, вы можете написать нам в надзор Харьков, либо мне в личку. И мы вам постараемся помочь. Друзья, всем хорошего настроения и не нарушайте правила дорожного движения. Все, всем удачи. Пока. We'll be right back.